Украина выдала Российской Федерации предполагаемого бандита Мухаммеда Мигаева, сообщает Генпрокуратура Российской Федерации. Он подозревается в нападениях на чеченские поселки, а также обвиняется в участии в незаконном вооруженном формировании, незаконном приобретении, хранении, ношении и сбытии огнестрельного оружия и боеприпасов. В 2008 году Мигаев был объявлен в международный розыск, а в декабре 2013 года его задержали в Одессе. Сегодня, 27 марта, украинская сторона удовлетворила российский запрос о выдаче боевика.